Как не допустить зло и не совершать плохих поступков? Будьте добрее, не обижайтесь надолго, не мстите, не критикуйте, как можно чаще забывайте то, что кто-то сделал. Сделали неправильно, сказали неправильно, поступили неправильно, там что-то делаете. Всегда помните, существует слово, которое важное в нашей эзотерической школе. Это слово спасения, которое дает нам прекрасную судьбу. Когда человек что-то делает, это его проблемы. Там неправильно готовит, неправильно думает, неправильно воспринимает, неправильно совершает ошибки. Это его жизнь. Дайте ему право совершать ошибки, дайте право каждому человеку быть неидеальным человеком. Для себя не огорчайтесь, обычно говорите, это не важно для меня. То есть там правильно человек, неправильно поступает, там ест, не ест, поет, не поет, пьет, не пьет, делает, не делает. Говорит, это мне не важно. Занимайте позицию адвайты. Я как эзотерик вам хочу сказать, я даю гарантию, что в случае, если вы занимаете позицию адвайты, то обязательно у этого человека произойдут изменения. Если вы его воспитываете, эмоциями, если вы его воспитываете огорчаясь, если вы его воспитываете чем-либо, знайте, ничего не произойдет никогда. Именно поэтому говорите, мне не важно, там кто-то там как-то делает, занимайте позицию, не важно. Я говорю это серьезно, не лезьте в жизнь людям и детям, помогайте, если хотите, физически, помогайте материально, помогайте там, но не лезьте в физическую жизнь, не изменяйте этим детям судьбу. Чем больше у человека адвайты, тем он спокойнее, чем больше у человека доброты сердечной, тем лучше для его жизни, тем лучше у него будет судьба и тем лучше его будет везение. О, как широко ответил. Оксана Ифанова. Как помочь детям избавиться от зависимости и вредных привычек? И как родители правильно должны вести себя по отношению к своим детям в таком случае, чтобы не усугубить ситуацию? Не обвиняйте их в этом. Делайте практику вымаливания, складывайте ручки и говорите, пусть все двери откроются, пусть человек отпадет, и там, пусть человек забудет, пусть у него... И плавно говорите в тот день, когда он это не делает. Надо же, какой ты молодец, я так горжусь, мы вместе это победим. Вот таким образом. А не вот снова ты напился, снова ты куришь, сколько это может продолжаться, да как же ты заколебал, знаете. Теперь должна быть либо агрессия, либо вранье. И человек начнет говорить, нет, я не курю, нет, я не пью, будет пить и курить назло. Не делайте этого никогда. Андрей Андреевич спрашивает, Ольга Рудая. Также есть практики, они есть в моих ступенях. Там есть семинары порчи с глаза, там от зла. Там есть коды, эзотерические практики. Там в моих ступенях я рассказываю, как там сжечь проблему на свече и так далее. Это все есть. В семинаре, который называется, по-моему, ритуальная магия, рассказываю о том, какие существуют магические обычаи или обряды, которые могут помочь человеку, помочь избавить кого-либо от алкоголизма. Ну, в общем, где-то так.